Дорогие мои зрители, всем привет! Очень рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня прогуляемся по светофору, посмотрим, что новое и интересное. Светофор находится в Московской области, Волоколамский район, село Спас. Так что давайте начинать, а вы подписывайтесь на мой канал обязательно и переходите на мой телеграм-канал, все ссылочки в описании. Ну и давайте новогодние товары, ура, наконец-то пришли. Вот такая гирлянда 10 метров, 178 рублей стоит в интернете. Такая проволочная на батареечках, здесь стоит 147 рублей всего. Так, ну, кстати, их быстро расхватывают. Такая вот светодиодная гирляндочка, тоже разных цветов, есть 10 метров тоже, 866 рублей сейчас стоит, 147 стоит тоже здесь, ну это совсем прям вот отличная цена. Давайте дальше посмотрим, вот такая гирлянда роса, вообще за ними гоняются, тоже на батарейках, 20 метров, в интернете 650 рублей стоит, просто супер классная цена, 282 рубля, их тоже расхватывают. Также продается занавес 3 на 3 метра, тоже разных цветов, и холодный, и теплый, и синий, и зеленый. 661 рубль стоит на Озоне сейчас, в общем-то цены поднимаются на эти занавесы. Ну, здесь цена очень даже неплохая, вот так они внутри выглядят, очень все качественно, все хорошо. Я, кстати, в том году покупала, отлично служит, 527 рублей. Так, что касается вот такой вот еще гирлянды, она бахрома такая, я тоже ее покупала, год мне прослужила и дальше, надеюсь, будет служить. 730 рублей стоит она сейчас на просторах интернета, на Озоне, тоже достаточно качественная, уличная, прям переходники, все есть, 357 рублей стоит в светофоре. Ну и очень классный набор, вот такой за 173 рубля, там два удлинителя по 3 метра и крючочки для гирлянды. Очень важная штучка. 465 рублей стоит. Здесь 178. Вообще супер цена, отличная находка. Ну, есть некоторые разные такие вот игрушечки. Они пластиковые. Такой наборчик. Большие, маленькие, средние, разных цветов, расцветок. Так что присмотритесь. Ну, а я хочу вас кое с чем с вами поделиться. Ну, а пока я ищу для вас новые интересные товары в магазине Светофор, давайте поделюсь с вами очень интересной и важной информацией. Но не секрет, что сейчас многие люди стали пользоваться различными сервисами по доставке продуктов, покупке продуктов в интернет-магазинах. Ну и, конечно, это и понятно, ну кому охота стоять в очереди, ну и таскать на себе такие огромные сумки. Гораздо удобнее все заказать онлайн, и пока вы будете заниматься своими делами, вам уже привезут ваш заказ прямо к двери. Хочу посоветовать вам крупнейший сервис онлайн-заказа продуктами Market Delivery. Тут вы сможете найти все, что вам угодно и все, что вам будет нужно. Любые продукты, любые магазины, от косметики до электроники, от продуктов питания до бытовой химии, от товаров для животных и даже аптечные товары. Ну и, конечно же, доставка готовой еды из ваших любимых ресторанов. Возможность бесплатной доставки всего за 25 минут в загородный дом, на дачу, в квартиру. Да куда вам угодно. В Market Delivery отличные скидки, различные акции. Ну и от меня вам будет просто замечательный бонус. 35% скидки на первый заказ. Все, что вам необходимо, пройти по ссылке, которая будет в описании. Ну и, конечно же, ввести мой промокод. Я уверена, вы останетесь довольны ценой и качеством товаров, которые вы закажете. Так что обязательно переходите по ссылочке в описании, вбивайте мой промокод и наслаждайтесь отличными скидками. Ну а пока я вам все здесь рассказывала, мой заказ уже пришел. Пойду разбирать сумки. Ну а мы с вами отправляемся снова в магазин Светофор. Поехали! Спасибо, что уделили мне время, и поехали дальше. Вот такой вот батат стоит здесь в интернете, в самом недорогом месте, 189 рублей. Ну, а здесь цена тоже очень даже неплохая. Так, давайте пойдем дальше. Мандаринчики 209 рублей стоят, например, в перекрестке, а здесь всего 105 рублей. Кстати, попробовал, ну, такие немножко с кислинкой, но вкусные, в общем-то. Вот такое постельное белье, 660 рублей, двухспальный комплект. Ну, девочки, не стало даже сравнивать, потому что, ну, не знаю, мне не понравилось, это чистая синтетика. В общем-то, на синтетике спать, мне кажется, ну, как-то не очень. Так что, ну, тут решайте, конечно, сами. Но вот такие тапочки, просто облачко, воздушные, мягкие, такие они приятные. Вот
Просто находка из находок. Стоят они 599 рублей сейчас на Вайлдберрисе. Ну, здесь цена 389 рублей, конечно, очень-очень выгодно. Появился сиф-крем 750 миллилитров на Озоне 192 рубля, там по скидке какой-то прям супер. Ну, здесь цена чуть дешевле, 172 рубля. Мне кажется, это хорошая стоимость. Очень классная вот такая вот жаровня. 1273 рубля стоит сейчас в Светофоре, 1497 на Озоне, но тоже с какой-то сейчас скидкой. Мне кажется, очень удобная, качественная, хорошая такая, тяжеленькая, увесистая, присмотритесь. Доместос появился аж целых 1,5 литра, 233 рубля в интернете. А здесь цены не было, я спросила на кассе и его купила, 189 рублей. Тоже достаточно выгодная цена для 1,5 литров Доместоса, ну что тут скажешь. Новый гель для стирки, 222 рубля, вот такой Clean Point. Он такой, знаете, ну не жидкий, нормальный, 370 рублей стоит в интернете, но 1,5 литра. А здесь целых 3 литра за 222 рубля. Очень выгодно. Ну, для наших любимых животных, вот такие для собачек, хрустящий завтрак, 700 грамм. В интернете 474 рубля стоит такая пачечка. Ну, здесь цена повыгоднее, 153 рубля. Ой, девчонки, классные вот такие бумажные полотенца. Да, двухслойные, хорошие, качественные. Такие рулоны прям большие. В интернете 140 рублей, здесь всего 69. Действительно, очень выгодные. Еще есть контейнеры вот такие. Мне тоже понравились, очень хорошо закрываются. Так прям плотненько. Их там три штучки разных размеров. Хорошо друг друга вставляются, вкладываются и, в общем-то, не занимают много места. Пластик хороший, качественный, плотный, в общем, отличная вещь. Большой вот такой контейнер появился, 839 рублей. Он стоит сейчас на сайте. Ну, здесь цена, прям скажем, порадовала. 37 литров, 362 рубля. Отличная стоимость, мне кажется. Ну что ж, давайте пройдемся по продуктам питания. Вот такие оливки. Ну, нигде в интернете их не найти. Они не продаются качественно. На вид очень и очень хорошие. Прям вот честно скажу, 113 рублей. Вот такой горошек. Тоже мне очень понравилось в банке стеклянной, выглядит отлично. Здесь цены не было, но спросила, 89 рублей, в интернете 104 рубля. Большая баночка, пора готовиться, как говорится, к новогодним праздникам и покупать горошек. Так, на помощь взять для пекарей вот такой набор пекарский. Тут и лимонная кислота, и дрожжи, и все, что только можно, вот кондитеру, да. И цена, конечно, очень приятная, всего 69 рублей. Вот такая вот чудо-роза, картофельное пюре, растворимое с жареным луком. 103 рубля на Озоне стоит такая вот пачечка. Ну, здесь цена, конечно же, подешевле, стоит всего 55 рублей. Еще вот такие вот злаки на завтрак. Это, кстати, от компании Мати, но в интернете нет. Мне кажется, именно они делают для Светофора. 400 грамм, 4 злака с яблоком и изюмом. Стоит здесь всего 77 рублей. Еще вот такая каша увелка с абрикосом. 216 рублей стоит на просторах магазинов. Здесь всего 31 рубль. Я не знаю, почему такая разница в цене, но честное слово. Еще вот такие шпроты. Они в томатном соусе, правда, почему-то они все такие слипшиеся тут были. Вот такое типа реальное фото, ну уж не знаю, мне кажется, я такой в фикс-прайсе видел, но не могу вспомнить точно. Показываю состав, 81 рубль в интернете, здесь цена подешевле, 150 грамм, стоит 54 рубля. Так, еще появилась скумбрия вот такая с добавлением масла, а в интернете искала-искала, везде они закончились, нет свободной продажи. Ну, вот здесь вам покажу, а состав покажу, все как есть, останавливайте, 66 рублей стоит. Что касается чая, вот такая большая упаковка, 500 грамм, крупнолистовой, 250 рублей стоит он на Вайлдберрисе. Ну, достаточно вот на вид симпатичный, 172 рубля стоит здесь. Еще появились вот такие снова наушнички, 319 рублей, они такие маленькие, компактные, складываются хорошо. Здесь цена 231 рубль, тоже выгодно. Что касается, конечно же, заморозки, то тут, как всегда, 856 рублей клешни вот такого снежного краба. Ну, посмотрите, как это все лежит.
Когда только их завозили, было с ними все нормально. У меня даже подруга покупала. Сейчас все так переморожено, все черти как, простите, валяется. Ну, слов у меня, конечно, нет. Все друг на дружке, как говорится, безобразие просто. И также, что касается курицы, куриных крыльев, посмотрите, насколько все переморожено. Ну, потому что все это не прикрывается, все это вот так как-то валяется, я не знаю. Мне такое впечатление, что они водой обливают. Вот я уже выпускала шот с таким вот со всем этим, я это все показала. Конечно же, надо писать жалобы, чтобы ну как-то это приводить в порядок. Вот, например, кукуруза вот одна нормальная, другая вот такая. В общем, хотя бы как-то немножко перебирать. Вы посмотрите на это. Все это на полу, на грязном полу, люди ходят в ботинках, на улице грязь. В общем, просто караул. Пожалуйста, владельцев магазина, еще раз прошу вас, присмотритесь на это, посмотрите, попробуйте все-таки это хоть как-то привести в норму. Ну, просто хотя бы на полки положите, ну и, конечно же, протрите эти полки. Так, ну, дальше пойдемте. Вот такой сыр колбасный появился. 194 рубля этой фирмы стоит в интернете за килограмм. Здесь цена подешевле, но не намного. Ну, хотя, в принципе, 163 рубля. Соус вот такой с лесными грибами от Балтимор. Я пробовала вкусный, 72 рубля в интернете. Здесь цена подешевле, 52 рубля, в общем-то. Хорошая. О, 56 рублей. Хорошая стоимость. Еще появились вот такие ребрышки. Ну, на вид прямо очень вкусные. Расскажите, кто пробовал. Прям хотелось узнать. Не знаю, покупать, не покупать. Например, для горохового супа с копченостями 208 рублей стоит. Совсем невысокая стоимость. Ну, а тут я была даже удивлена. Икра лососевая. Знаете, думала, точно какая-то имитация по цене. Но нет. Вы знаете, посмотрите на состав. Икра горбуши. Ну, прям даже меня была... Я была сильно удивлена. В интернете 456 рублей, самая недорогая. Здесь всего 125 рублей за 140 грамм. Еще вот такие готовые блюда, голубцы ленивые. Я вам как-то показывала уже другие. Там что-то мясное тоже было. Здесь стоит 66-65 рублей. То есть взял, разогрел и отлично. Есть еще вот такой вот морской коктейль. Обожаю такие вещи. Например, в салате, листовой салат, туда вот этот коктейль. И с маслом очень вкусно, 269 рублей, здесь всего 168. Ну и появилось классное мороженое. Вот такие ведерки, 227 рублей, это ведерко стоит в интернете. Кстати, тут еще Starbucks появился вот такими ведерками большими. Ну и стоимость у них отличная, по 167 рублей. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Всем огромное спасибо, что остаетесь со мной. Пользуйтесь моим промокодом, которым я вам сказала, все будет в описании. Супер выгодно получается. Ну а мне ставьте, пожалуйста, лайк, если понравилось это видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока!